Региональная энергетическая комиссия Омской области опять не утвердила тарифы на ОДН. Заседание отменили и снова по вине председателя. В прошлый раз Олег Голубев заболел, а на этот раз подал в отставку. По официальной информации, он написал заявление по собственному желанию. Также не набралось и достаточного количества членов правления, чтобы заседание состоялось. Большинство ушли в отпуск. Напомню, комиссия должна утвердить новые нормативы на общедомовые нужды. Такое поручение дали в правительстве после того, как омичи возмутились слишком высокой платой за ОДН. Комиссия должна была собрать данные и посчитать нормативы заново, утвердить их обещали к концу марта, однако заседание переносится уже в третий раз. Предложенный ранее проект приказа комиссии по нормативам общественному совету вызвал много споров. Его представители просто не успели ознакомиться с методикой расчетов. Для меня это была сегодня полная неожиданность, потому что я буквально вчера с ним разговаривал по телефону и высказывал ему как раз замечания вот к тому проекту, о котором мы говорим, которые в том числе и письменно были направлены на имя губернатора. Он со мной согласился, но сослался на то, что, к сожалению, он не знает, как это считать и как это, каким образом закладывать.